Сейчас в Нижнекамском муниципальном районе зарегистрировано около 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. К 2018 году эту цифру планируют увеличить практически вдвое. Это не только создаст новые рабочие места, но и увеличит поступление в муниципальный бюджет. Для того, чтобы нижнекамцы шли в бизнес, разработана целая программа. Надо активно заниматься вопросами подготовки персонала, продвижения местной продукции на новые рынки сбыта, повышать грамотность предпринимателей и, как следствие, получить рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на нашей территории. Сейчас Нижнекамск и Канские поляны готовятся получить статусы территории опережающего социально-экономического развития. Для реализации этого проекта команды из города и поселка пройдут обучение в Сколково. Это очень важный проект. То, что уже набережные Челны получили в этом году, и буквально вот за считанные месяцы вот этот статус дал возможность привлечения, во всяком случае, потенциальных инвесторов на территории набережных Челнов. Вот у нас этот потенциал, эти возможности, они не меньше, чтобы не сказать большего. Привлечению инвесторов будет способствовать и создание промышленных парков Камские поляны и Нижнекамск. Последний будет располагаться недалеко от крупных предприятий. Его площадь на первом этапе составит 20 гектаров. Концепция парка предполагает размещение смешанных производств без отраслевой привязки. Парк рассчитан для малых и средних предприятий. Планируется предоставление потенциальным резидентам земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой от 0,5 до 2 гектар. Также планируется разместить до 20 резидентов, создание 500 рабочих мест и с объемом инвестиций более 1 миллиарда рублей. Получат льготные условия нижнекамские предприниматели и на территории города. Депутаты приняли решение сдать в аренду муниципальные помещения, которые расположены в 14 точках города. Условия будут очень выгодными. Кроме того, уже скоро в МФЦ откроется Центр развития предпринимательства. То есть в одном здании расположатся все необходимые бизнесменам инстанции, вплоть до управления торговлей и специалиста по работе со СМИ, что тоже должно сделать жизнь предпринимателям легче. Евгения Крыбакова, Ренат Харасов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.